Добро пожаловать на сайт tarifguide.info. У нас на обзоре тариф «Мой смарт». Найти его можете на официальном сайте mts.ru, выбрав свой регион, перейдя в вкладку «Тарифы и услуги. Мобильная связь» для смартфона и «Тариф. Настраивай тариф по-своему. Мой смарт». Предлагается от 10 гигабайт и от 200 минут смс за абонентскую плату 500 рублей в месяц в Москве. В регионах, как правило, цена меняется в меньшую сторону. Не забудьте указать свой регион для получения актуальной цены. Кроме того, что у нас на сайте вы можете увидеть актуальные цены для своего региона на странице, на которой находится данное видео. Чтобы перейти на данный тарифный план, вам потребуется использовать личный кабинет или приложение для смартфона «Мой МТС». Оно достаточно удобное, устанавливается просто. В статье также будет описано, как установить данное приложение и настроить под себя. Перед тем, как вы перейдете на данный тарифный план, вам будет предложено выбрать необходимый лимит на трафик интернет 10, 15 или 20 гигабайт и количество минут 200, 400 или 600. В зависимости от этого будет меняться стоимость от 500 рублей минимально до 700. Это средний по цене тарифный план. До VIP-тарифов он не дотягивает, даже при максимальном объеме услуг. Поэтому можно его рассматривать как один из выгодных тарифных планов. В конце я предложу альтернативу, которая позволит за те же деньги получить более выгодное количество интернета и минут. И поэтому этот тарифный план, скажем, выгодный не для всех. Перейдем на страницу с тарифным планом. Кроме 500 рублей в месяц, никаких больше дополнительных платежей не предусмотрено. Данный тарифный план действует по всей России. Но если вы используете его в поездках, то гигабайты, в общем-то, интернет используются на тех же условиях, без изменений. А вот с использованием звонков и смс будут небольшие изменения. Связаны они прежде всего с тем, что звонки на остальных операторов, не входящих в оператор МТС, будут стоить дополнительных средств, если вы звоните не в пределах того региона, в котором находитесь. Если же вы используете опцию «Домашний пакет Россия плюс», она стоит 100 рублей в месяц, тогда, в общем-то, звонки и СМС другим операторам в вашем, например, родном регионе будут стоить 0 рублей. Вот, без этого вы будете, скажем так, платить небольшую сумму за межгород. Это 5 рублей за минуту. Вот, использовать или нет данную опцию, это уже решать вам. Но в принципе, если вы будете звонить только внутри сети, или если будут звонить вам, никаких дополнительных платежей вы не будете вносить. Ну и интернетом можно пользоваться вообще свободно, без каких-то нареканий дополнительных, где бы вы ни находились по России. Ну, исключение, как всегда, Крым и Севастополь, там немножко другие правила. Это выгодный тарифный план, он достаточно интересен. Он имеет большой лимит на интернет. Его можно рекомендовать людям, которые активно пользуются интернет-соединением мобильным. К сожалению, нельзя раздавать и использовать как модем интернет с этого тарифного плана, потому что скорость будет сразу падать. Если вы используете услугу «Единый интернет», то раздать вы сможете до 30 гигабайт. Ну, эта услуга будет платная. Вы сможете добавить своих друзей, которые будут использовать вместе с вами этот лимит. В общем, не скажу, что это будет выгодно, учитывая, что всего лимит максимально 20 гигов за 625 рублей. Вот, но такая возможность имеется. Если рассматривать его вкупе с другими тарифными планами, то более интересным для некоторых слоев населения будет тарифный план X. По цене, в общем-то, он идентичен, но он не настраивается, тариф X, и имеет меньше минут на все сети, всего 100 минут. Но при этом интернет в данном случае 7 гигабайт, но при этом безлимитный на социальные сети, популярные ресурсы, мессенджеры, в общем-то, WhatsApp, Skype, все это будет бесплатно.
не тарифицироваться, где бы вы не находились в поездках или у себя в домашнем регионе. Поэтому данный тарифный план будет иногда выгоднее, чем тариф «Мой смарт». В остальном, в общем-то, каких-то серьезных различий с тем же самым тарифом X нет. И я рекомендую для использования данный тарифный план. Если вы будете использовать его за рубежом, будет автоматически подключаться функция «Забугорище», которая стоит 390 рублей в сутки. И вы сможете получать входящие звонки бесплатно и использовать все свои лимиты, которые вы использовали бы дома, за рубежом, но, как правило, с ограничением скорости.